Известный российский кинорежиссер Юра Кончаловский побывал в Красноярске. Он открыл книжный фестиваль «Все начинается с детства», посвященный 45-летию детской библиотеки имени Сергея Михалкова. Егор Кончаловский – внук знаменитого писателя и автора российского гимна. У нас в Доме кино он еще и презентовал свой новый фильм под названием «На Луне». Это картина про взаимоотношения родителей и детей. Про сегодняшний фильм, да, так вышло, что он о молодежи и про молодежь, и для молодежи, ну, скорее по тематике, да, хотя снимал я его скорее как представитель поколения родителей. У этой картины открытый конец, то есть каждый думает в меру своей испорченности, в меру моей испорченности, я считаю, что все закончилось не очень хорошо.